один еще три. Нет, сейчас. Да? Вообще было 7, это еще удивительно, что кто-то подъехал. Андрюха с температурой, да. Андрюха, да, третий номер с температурой. А я, ну, я вообще там был. Эти можем на игре забрать. Эти можем на игре забрать. Воскресенье в мясе в обед. Ну, в это мимо проехал, мимо Виталика. Я бы не пытаюсь купила. Так, у нас распучался матч «Роман поколения». Давайте откроем турнирную таблицу. У нас перша ліга. Ой, вибачте, це у нас вища ліга. Перша ліга грає паралельно. Один матч. Вугальок Пантера. Це у нас вища ліга. Покоління останню строчку займає, грає за престиж. Або щоб залишитись у вищому дивізіоні. Армат 10 ще він 6. 8, 6 сходинка зараз грають. У Армата є ще шанси піднятися, бо друге місце 13. Тобто дуже плотний. Плотно всі місця займають, буквально 1-2 очка. Ну, звичайно, боротьба за кожну гру. Тому побачимо. Фаворит Армат, звичайно. Зможе покоління нав'язати свою гру. Приємного перегляду. І вже забуває на старті Армат. 7-4, да, Альфа. Да. О, вон и Ян. Что, они тренировки собирают? Вроде собирают. Я был. Что вы там, моих выигрываете? Или ты тоже не видишь? Ты ездишь, ну? Вы их выигрываете, да? Что такое, да? Я понял. Ну, я же две пропустил. Одну не получилось, а вторую заболел. Надеюсь, на этот четверг будет. А что, вы нашли на зиму зал? Ты сейчас игра? Сейчас? Понятно. Красивый мяч. Это ну да. Почти.
будем как по максимуму делать. Ну до какого? До декабря там, до какого-то еще. Обрезал команду, але виправився. Або не забив гравець покидання. Один на один. Это не ос, это жук. Да? Это жук. Не знаю, сел на руку. Не-не, это жук. Вот так, и жуком. Я заболел. Когда мы выиграем хоть что-нибудь, мы выиграем. Смотри, планируй хотя бы на конец сезона, мы точно должны собрать. Ты тоже должны выиграть. Это мы хоть что-то не будет. Уже поднял. Можешь, у них 6 было. Да, у них 6 было. Ну, уже не последний. Я говорю, сюда. Ну как мы там. Пен бойся. Ну у нас еще, в принципе, можно побороться. Как не сказал. Еще там еще две игры. Дуся, а что там по крабу завтра? Во сколько? Стандарт? А Джокер что же заказывал тоже? Лёха говорил, что Джокер не писали. А стандарт во сколько? Два? А кто будет? Ага, я да. И снимать некому, себе, если Коля не приедет. Лёха пойдет. Ну, то. Ну, или в два, или в три. Ну, Коля по вызову.
Бой, с него давай. Хорош. Что дальше? Я не ту игру комментирую. Да, мне тут уже все, уже 2-0. Мне уже тут очевидно. На жаль, для болевальников поколения. Поменяйте. Давай поменяйте. Хочешь, да, реально давай. А, у нас уже время не засекли, пора. Я просто я на боюсь, не понимаю. Ну ладно, Зим. Красавчик, сколько моментов запорол. Сколько моментов не дал, запорол. Так а может, в смысле, может, не засняли? Нет, если он плохо снят, я его тут не кидаю. В смысле, если он покорял, мы снял. Посмотри, как Петя тебя обосрал. Как там можно было не забить там? Там столько, там вообще. Я бы не смотрел. Какой лайн? Ну, извините. Первая, да, какая? Нет, такие. Что, финал на финал? Да, да, на финал же. На последнее место? Спанч Боб, кто на дне океана? Сегодня, честно, подожди, а мы их обошли. Мы их обошли, да. Конечно, потому что я сегодня вообще на утро было 4 плюса. Ну, сначала хотели просто написать, что не было. Такие. Ну, так вот, еле-еле 8 на ковыряю. Нет, у нас 9,5 дети. Один больной. Так, ну что, выкидывайте быстрее видео, я доеду, буду смотреть Димке показывать. Да, позорище это служит, смысл вообще выкидывать. Такие пасы не отдавать и не забивать. Я по них работаю. Преступление. А вот так бить, вот так левой ногой, спиной к ворота, это преступление вообще к футболу просто. Писание надо было катить, а как катить, он такой не залетает. А давать на кадык? Опусти право, да. Я что, знаю, что у меня как будто много времени, еще нет. Так она не была, надо было давать, а не бить. Пускай бы это, но бить, давать. Если президент давал установку, надо обострять и брать на себя. Вот у нас нету. Не, надо было просто ему тогда левую так и катить, а ты бил. Эти такие же. Блин, куда кто отдал?
Я лучше два раза криво ударю, чем... Помните, пожалуйста, я стоял тут сам, купил с неудобной позиции, со желтой и пошел. Бля, Боня! Побежал, Боня. Чудовый момент Малоармат. А ви не забувай перед голкіпером. Пас п'ятою, дуже гарна скидка. Цілий в кут, нижній кут. Воріт, але голкіпер тягне покоління. Ну, малюнок гри Армат, звичайно, з м'ячем. От, майже рикошет мав не на користь зайти. Это песня целый день играет. Это просто она в голове уже так влияет целый день. Тут мережа Армат, комбінують, дуже непогано, грають пас, покоління захищається, шукає свій шанс на контратаках. Знову непоганий момент. Повыше, чек!
Хороший, справился. Ну. Справился, то опять обрезался. Ну. Питали. Принял. Да ну даже не вонял, не вонял. Да, ну, придумал. Яка передача. Якує пантер. Це вірпинський хлопчина. Робив речі з футболя. Сука! Ну так поедешь, а вот так. Вихід один на один, не по центру, з боку, але не реалізовано. Колень намагається створити свій момент, але поки що без результату. Гомак захищається, але м'яч все від дворі, да? Може кутовий. Так, перший танк. Часи. Тихенько Палич щось там свиснув. Розпочався другий танк. 2-0 попереду Армат. Спокійно вони ведуть у грі, контролюють матч. Да,
Вы завтра заказываете крабы, да? Смайло тоже. Вы завтра заказываете крабы? Да. Да, во сколько у вас? Сейчас скажу. Бармат отказались с нами. Вы сами, да, будете? Да, мы сами будем. Ну, конечно, сколько забивают, надо заказывать. Ну, да, да, я тоже для него и заказываю. Я понял. Сейчас, типа, завтра заказываю. 5? Да. Просто я, чтоб знал, не ждать, или легким, короче. 5. 5 у вас, да? Точно. Да, я... Если забил 5, сам лично. Два матча. Ты же должен красиво мяч. Небезпечно, ні, не зібрали. Вперёд!
Небезпечний удар, ноги, аби м'яч забивати по коліні. Там под машину наш мельник. Чи не наш? Ты наш или не наш? Будет ничего. Ну, наверное, не наш. Прикрывается этим мячом, блядь. Так грузится 4-0. Петь, проверь, наши мячи все здесь. То не наш, да? Все мячи наши здесь? Ну, просто мяч под машиной. Я об этом и говорю. Наш, не наш?
Давай, все, вставляй. Вон, под белой машиной, значит, смотри. Вон, дай. Я шаурис, это наш? Не надо, потом поцелуйте, там, все дела, давай, иди я за тебя поцелую, обниму, поцелую. Лиза, где дальний постріл і покоління, але позволено. Караулю, да, отскок на крысу, да? Параллельному матчу у нас 1-1 Гальок. Пантери. Пантери тільки що забили, а Гальок зрівняв рахунок. Пантери бореться за чемпіонство, Гальок за престиж, там передостаннє місце. В нашому матчі 4-0. Так и есть. Так и есть. Ну, ничего не хотели, но
Небезпечний момент, але не замикає. Так, у нас по центру воріт штрафні покоління. Ну, стінку пробував. Команда.
Меня не было, я бы точку привел. Ух, який момент при кінці матчу. Нового поколения 4-1.